Сменить спасательный круг на жилет и научить уверенно держаться на плаву. Акулы бизнес-индустрии уверяют, экономике России удалось запустить процессы устойчивого восстановления. За последние несколько месяцев поддержку из госбюджета получил каждый четвертый предприниматель страны. Более триллиона рублей кредитного портфеля малому и среднему бизнесу сохранили рабочие места порядка 5 миллионов человек. Субсидии выделялись даже на приобретение средств индивидуальной защиты. Но, как оказалось, радоваться первым положительным показателям рано. Распознать волка в овечьей шкуре призывают лидеры «Опоры России». Самочувствие бизнес-инкубатора отнюдь нестабильное. Мы пока полноценной картины увидеть не можем, как он себя чувствует. Понимаем, что спад есть, но вот то, что данные нам дают официально о том, что количество юридических лиц закрытых не так уж и велико, это данные правильные, но реестр субъектов МСП и реальная ситуация картины – это разные вещи. Мы только через год-два получим с вами выпадающие юридические лица из этого реестра. То есть те, кто закончили бизнес, но еще не ликвидировали свои юридические лица. Последствия будут большими. Но последствия большие не значит плачевные. Стальной механизм новых бизнес-идей формируется уже с учетом пережитых трудностей. Огромные помещения, десятки станков и сотни рабочих рук предпринимателю 21 века больше не нужны. Уникальное ручное производство в небольшой мастерской или вовсе не выходя из дома бизнес-конкуренцию только подстегивает. В калейдоскопе идей нужно оказаться самым креативным. На сегодняшний день уже более 2500 человек зарегистрировались в нашем регионе в качестве самозанятых. Это очень хороший результат. И мы рассчитываем о том, что часть тех людей, которые сегодня стали безработными, они перейдут в самозанятые, а мы будем их в этом поддерживать. Мы сегодня ждем документа федерального, который разрешит сегодня в виде субъектов малого среднего предпринимательства рассматривать также и самозанятых. Поэтому в ближайшее время, я думаю, это поправки вступят в силу, и все меры финансовой поддержки будут доступны для этой категории. Изобретать велосипед дважды не нужно. На сегодняшний день в регионе действует сразу 4 пакета мер поддержки для частных предпринимателей. Бизнес живет. Губернатор принял решение продлить действие каждого из 4 пакетов до первого квартала 2021 года включительно. Действие моратория на проверки малых организаций решили продлить на уровне федеральном. Успешное предпринимательство, как одну из 5 национальных целей развития страны, провозгласил президент. Ульяновская область в первом квартале она была лидером Российской Федерации по именно росту инвестиций. Сейчас, я думаю, она и лучше других выглядит по итогам второго квартала, который, конечно, очень серьезно ударил по малому бизнесу. Мы здесь для того, «Опора России» и власть области, чтобы предприниматель сделал новый шаг и вкладывал деньги в экономику. Работу над привлечением прямых инвестиций в основной капитал региона активно поддерживает Сергей Морозов. По инициативе губернатора разрабатывается объединенный реестр субъектов МСП. На базе корпорации развития Ульяновской области организована работа по созданию единой цифровой платформы. В ближайшем будущем все виды господдержки можно будет получить дистанционно через личный кабинет инвестора. На сегодняшний день приложение представлено в тестовом режиме. О планах включить аналогичные разработки в обновленную версию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» рассказал министр экономического развития России. Мы считаем, что настало время создать эффективный агрегатор всех мер поддержки и полезных сервисов для предпринимателей, для самозанятых, для тех, кто только планирует или рассматривает возможность начать свое дело. Чтобы в режиме одного окна стали доступны меры поддержки всех органов власти, сервис должен работать в проактивном режиме. Не так, как работают очень многие сейчас государственные сервисы, где предприниматель должен очень четко, что ему конкретно надо, должен ориентироваться во всем пространстве мер поддержки имеющихся продуктов. А сервис, который, по сути, исходя из параметров предпринимателя, подскажет ему, какие возможности есть дополнительные для того, чтобы бизнес рос. Довольно часто перспективы к росту рушатся под весом бюрократических проволочек. Для решения этой, без преувеличения, глобальной для бизнес-индустрии проблемы выбрали точечный подход. К примеру, процесс получения налоговых льгот облегчили за счет определения правового статуса налогоплательщика. Подтверждать свое участие в региональном инвестпроекте теперь не нужно. Мы приняли региональный закон в части защиты капитальных вложений. Этим законом мы установили меры государственной поддержки, которые обеспечивают стабильность налоговых условий. Во-вторых, мы ввели инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организации. Размер принимаемых к вычету расходов определен на уровне 90% затрат организации. При этом ставка налога может снижаться по отдельным группам до 0%.
Площадки форума будут работать в Ульяновске до 18 сентября. Чтобы подробнее ознакомиться с мерами губернской поддержки ИП и взять на заметку лучшие из них, гостей съезда ожидает Совет регионов «Опоры России». Яна Федорищева, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ.